Напрасно я взял этот пакет. Я не наркодилер. Клянусь, пап. Ты же веришь мне? Конечно, я тебе верю. В федеральном законе есть понятие минимального срока. Но Джейсону светит 10 лет. 10 лет? Лежать! На землю! Соединенные Штаты против Джейсона Коллинза. Я выскажусь за предусмотренный минимальный срок. Поймите, я хочу спасти сына. Но его придется заработать. Он должен помочь аресту кого-то из наркокартеля. Это как, заложить легавым? Никогда. А если я вместо него? У нас на стройке работает много бывших зэков. Может, они кого-то знают? Не хочу ввязываться в это, ясно? Я пытаюсь наладить свою жизнь. Ты только сведи меня с нужными людьми. Теперь колись. Что привело тебя к нам? Я строитель. У меня нет ни товара, ни своих дилеров. Но если нужен перевозчик, я готов. Похоже, он в деле. Твой водила справился с ситуацией отлично. Такие люди нужны. Ты хоть знаешь, с кем мы связались? Он мексиканец, бывший военный. Картельный Эврион оставил за ним контроль этого округа. Ты работаешь на нас, и теперь мы одна семья. Вместе с твоей женой и дочерью. Это последнее дело. Сделаешь, и судья выпустит твоего сына. Я люблю тебя, Джейсон. Ты скорешился с легавыми, но что будет, когда мексиканец узнает, что ты стукач? Он отыграется на наших семьях. Я никому не позволю распоряжаться нашими судьбами. Никому. Сейчас от моего решения зависит, как Джейсон проведет свои следующие 10 лет. О своей жизни ты подумал? Наркотики выведут тебя на шестерок, а деньги — на крупную рыбу. Но он же не вернется. Джон, ты уверен, что справишься? Отвечаю.